Очень хорошо, замечательно просто. Признаки того, что пора менять жизнь, мы обсудили. А теперь давайте ответим на вопрос, доктор Кук. Что делать, если кажется, что все хорошее уже позади и больше ничего хорошего с тобой не случится? Вот было что-то, яркие моменты жизни, потом это закончилось. Допустим, те же отношения, например, да, закончились драматично, трагично, может быть, да. Боязнь новых стартов. Вот, уже мир поблек. Опустошение такое, да, эмоциональное выгорание, может быть, и так далее. Ну и с возрастом, может быть, чувства блекнут, да. Жизнь как-то кажется однообразной. Вот. Что делать в таком случае, если кажется, что все хорошее уже позади? Вот культ молодости, например, тоже. Да? Вот как хорошо быть молодым. И, ведь, и никто даже не вспоминает, что в молодости, да, был там, может быть, на грани какой-то, постоянно переживал, волновался там. И так далее. В общем, не обладал той осознанностью, жизненным опытом, да, мудростью, знаниями. В общем, с чем это связано, почему и вот почему так кажется, и что делать, когда кажется, что все хорошее позади. И больше ничего не случится хорошего. А ведь может случиться всегда, правда? Хороший вопрос. Если человек переживает вот такой период, ему нужно сделать переоценку. Что произошло? Выйти из той ситуации, выйти, привести в порядок свои мысли и чувства и жить дальше. От вас зависит, от вашей активной позиции зависит. Неважно, какой возраст. Да, вот говорят французы, да, если бы молодость знала, если бы старость могла. Есть гравюры на эту тему, да, вот, и действительно, все от активности вашей и вашего самоощущения, состояния души, чем вы заполняете свою душу, если вам интересно. Нет интереса, найдите интересы, воспитайте их. Найдите, что интересно, что перелистывать страницу. Это признак того, что человек застрял в тех отношениях, что ему показалось, восприятие. Да? А чему те отношения научили? Чему ситуация это научила? Какой вы извлекли урок? А как вы могли бы поступить иначе? Извлекли урок, обобщили, двигаемся дальше. Все радости, их очень много, зависит от того, как человек относится к самой жизни. И всегда можно найти и новые радости, и новые отношения. Жизнь не останавливается. Наоборот, многие вещи решены, и вы более свободны, становитесь с возрастом более свободны. Вы можете путешествовать, можете заниматься творчеством, можете посильную помощь оказывать тем, кто нуждается. В разных направлениях вы можете все. Поэтому вот состояние души и определяет возраст. А возраст – это не физическая немощность. Даже если человек прикован к постели, он может творить, он может парить и в своем творчестве, в своем мире. Может быть полезным для общества. Поэтому нельзя так допускать, чтобы вот смотреть на мир вот с таким пессимизмом, все кончилось зря и тому подобное. Перелистывайте страницу, не застревайте, набирайте новую инерцию развития и нужно действовать дальше. Вот и все.